Здравствуйте. Да. Здравствуйте. У нас тут канал НЛО, рубрика «Советик». А можно вам советик небольшой дать? Да. Я бы, может, вам посоветовал бы, знаете, сумки вымазывать, может, салом, чесноком, ну, чтобы сразу люди понимали, что made in Ukraine, то есть... Так мы и делаем. Вот это, смотрите, зеленый борщ, понюхайте. Ага. Зеленый борщ. О? Ну... О. Да, не, щавель, свежий щавель, щавель. Украинский, ага. Да, бабушки. Ага. Тут у нас немножечко хрена, ага. Хрен. Ага. Да, вот? Чувствуете, да? Да, да, да. А да, вот здесь, да, вот здесь, да, сало, сало. Да. Это наша самая популярная модель. Ага. Да. Да. Ну, ты, наверное, хлебушек к ним еще, да, вот предлагать, ну, можно, чтобы, да, так закусить. Я бы на вашем месте немножко все-таки отдохнул, потому что у вас сумки вроде все-таки тканью пахнут, что-то, да? Вам уже, блин, отпуск небольшой.